Будущее нашего муниципалитета, конечно же, связано с молодежью. Молодое поколение уже зарекомендовало себя с хорошей стороны. Ребята учатся и работают, занимаются общественной деятельностью, стараются идти в ногу со временем. Они воспитываются в патриотическом духе, и это очень важно. Яркое свидетельство актуальности этой темы – круглый стол, который прошел в зале Управления по делам молодежи. Представители молодежных центров управления по делам молодежи районного совета ветеранов войны и труда, активные общественники и юнармейцы приняли участие в заседании круглого стола на тему развития механизмов общественного и государственного партнерства в сфере патриотического воспитания. Начальник управления по делам молодежи Олег Смольников, открывший мероприятие, отметил, что уже есть проект «Нам дороги эти позабыть нельзя», и в ходе идущего разговора полезны любые дельные предложения, которые будут услышаны. Сегодня мы кратенько обсудим дальнейшие наши шаги, может быть, какие-то предложения, пожелания, и надеюсь, что все, что сегодня мы обсудим, ляжет в основу и реализуется. При поддержке поискового отряда «Дубанский рубеж», при поддержке вас, как общественников, ну и, конечно же, в первую очередь, при поддержке главы Славянского района, в этом году мы планируем формирование, открытие молодежного пространства, в котором будет сформирован исторический музей, и это будет многофункциональный центр молодежных инициатив, в том числе и волонтерского движения, и Дом юнармии, то есть молодежный центр, дом молодежи, в котором, собственно, мы пытаемся охватить все молодежные инициативы и интересы. Славянские поисковики проводят серьезнейшую работу не только в плане увековечения имен павших героев, но и поиска предметов быта и воинского снаряжения времен Великой Отечественной войны. Это может сослужить хорошую службу для организации экспозиции военно-исторического музея. Председатель Славянского районного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Салмин подчеркнул, что работа с молодежью в районе ведется очень активно. Регулярно проводятся различные военно-патриотические мероприятия. Это памяти Ступина, памяти Трошева, это учебные сборы, это зорницы, стрелковые турниры. Мы практически, Славянский район, чем интересен при разговоре с другими и совете района, то, что мы работаем на одну команду. Мы работаем вместе. Немаловажно, что все заинтересованные службы и общественники работают в тесном взаимодействии, помогая друг другу. Многочисленные молодежные инициативы и дела находят поддержку и доброе содействие со стороны представителей власти. В проекте резолюции по результатам круглого стола нашли отражение мысли о проведении отличных акций, активизации работы по всем направлениям, связанным с патриотическим воспитанием молодежи. Наше настоящее и будущее в конечном счете зависит от того, насколько преданным своему отечеству вырастет молодое поколение. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».